Привет, с вами арт-студия Ярко. Сейчас я пройду вас по помещению, в котором проводятся игры Форт Боярд. Стоит сказать, что дизайн этого помещения уже делали мы, делал я, как здесь все будет выглядеть. И стояла задача, поскольку это огромные площади, стояла задача сделать это недорого, но при этом достаточно эффектно. И первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это фотозона. Здесь сделаны буквы с ламинацией, которая не стирается, наполненная покрытие, как раз имитирующие дизайн из игры Форта. Дальше это делало рекламное агентство, по нашему дизайну. Здесь нами выполнен уклон. Игра началась. Отлиты головы львов, сделаны под них подложка. Кстати, гонт уже немного помят. Я видел до этого более ровном состоянии. Дети очень, видимо, любят гонт. И выполнили факела. Нашли, я заказал с Китая такие лампочки, имитирующие огонь. Очень эффектно смотрится. Добавили сети, тоже заказные. И это динамическая еще фотозона. Динамическая скульптура, у нас крутится шестеренка, все выполнено по лазерной резке и все подсвечивается вместе с головой. Так, а сейчас включаем свет и посмотрим, как это выглядит вживую. Свет включается там. Так, сразу посмотрите, вот эти кирпичики это делали не мы. То есть это уже это не наша работа, это ребята сами там доделывали. То есть на это не надо судить поэтому. Итак, первый большой элемент, поехали. Нам светильник уже не нужен, но он будет освещать мне дорогу. Первый большой элемент это ворота. Ворота, входные в игру. Здесь все гаечки с заглушками. Большие. Высотой более 2 метров, металлические крепления, здесь такие ручки, облицовано все металлом, металлической лентой, здесь имитация клепок и засовы. То есть идея такая, что ребята не могут пока открыть двери, и потом с той стороны им открывает уже ведущие игры. Естественно, ведущие игры тоже не могут открыть дверь, если там стоит засов. Поэтому такой лайфхак, если не хотите, чтобы игра началась. Здесь я подобрал такую охотничью камуфляжную сетку. Мне понравилась эта такая рогожка. Прикольно закрывает. Была задача закрыть лестницу. Вход в лестницу, потому что, вход в игру. Потому что, это некрасиво, это портит вид. Тут зацепились. Дальше сделали из USB перегородку. Здесь снова факелы, уже с обычными лампочками. И сделали флаги. Здесь ткань, плотный брезент. И на нем нарисовано логотипы проекта. Здесь покраска краской для школьной доски. Это тикурилская краска. Нам она очень нравится, она качественная. Пробовали капитель, мне понравилось очень плохо. То есть, хоть она стоит в 2 раза дешевле, но не стоит. То есть, хорошая краска тикурила. Можно еще радугу брать. В принципе, приличный заменитель, но нам не удалось ее в полной мере опробовать, насколько она хороша. Итак, идем дальше. Здесь у нас имитация такой поверхности, форта, стены и одновременно их зелень камней, кирпичей, из которых сделан форт. Все это сделано по цене чуть ли не рублей 200-300 квадратный метр. То есть в данном случае это прям очень дешево для такой фактуры.
Ну, соответственно, делали рельеф плюс покраска. Покраска уже такая более художественная имитация, чтобы выделялся рельеф. Задняя, внутренняя часть и передняя часть. Так, дальше. А стоит сказать еще об этих стенах, тоже их нужно было как-то покрасить дешево, и чтобы была какая-то фактура. Соответственно, мы использовали валики и наши золотые ручки, и золотые ручки Иры. А, сделана была вот такая имитация какой-то потертой поверхности, ну, с помощью валиков, и смотрится довольно интересно в общем масштабе. Здесь по задумке был вход в туалет, да, здесь вот сделали такие таблички для туалета, стрелочку для туалета, и подписали, что время на прохождение испытания, ну, подписали 22 секунды, почему? Заказывал с Алиэкспресса часы песочные, написано было 2 минуты, ну, думал, нормально, 2 минуты отлично подойдут, и искал именно синенькие, чтобы, как было в Форт Боярде, жидких синих не было. Но оказалось, что они за 22 секунды высыпается весь песок, поэтому ну, написали 22 секунды. Так, туалет. С туалетом ничего примечательного, просто покраска и входная часть. То есть покраска, лакировка, но на самом деле классный эффект. То есть если вы не хотите просто ровные стены, а однотонной покраски, и вам нужен какой-то вот эффект такой, переходов, не знаю, песчаности, то это хороший выход из положения. Нам самим понравилось. И здесь огромный рисунок компаса. Тоже под тематику порта, морское что-то нами сделано, чтобы тоже забить стену, чтобы это было недорого и в то же время масштабно. Дальше. Здесь снова флаг, снова сеть. И вот тут у нас отдельно сделано такая столешница, она покрыта эпоксидным лаком. Тут доски и тут кованая часть. Центральный элемент это ковка. По краям это просто профильная труба, которую мы сварили с ковкой и установили здесь, чтобы было все размер в размер к столешнице. Сверху донизу. Так, кирпичики эти не наши. Что еще здесь сказать? Даже лак какой-то остался. Ну, установили вешалки, самый простой способ, две доски. Так, а тут уже идет немножко поинтереснее. Ага. А вот сейчас тут прям арт-объект, мне очень нравится он. Это выполненная карта, карта Форта Боярд. Мы ее составляли из нескольких отдельных рисунков. И уже подписывали и делали дизайн, подходящий под целостную картинку, чтобы отдельно смотрелось. Ну и, соответственно, имитация, тут уже кем-то проломлена стена, имитация этого пергамента, немножко состаренного, ну и, собственно, сам рисунок. А здесь, опять же, везде, во всей комнате штукатурка и имитация вот этих каменных блоков, из которых сделан форт. Стоит сказать, что мне нравится вообще этот эффект, особенно когда вот здесь видно наслоение именно самой штукатурки на кирпич, чтобы чувствовался этот объем, как будто они реально внутри. Это смотрится эффектно. И, в принципе, здесь все сделано из доступных простых материалов. То есть это не какая-то специальная декоративная штукатурка. Это смеси кнауф, кнауф родбанд, кнауф фюген. В принципе, и то, и другое вы можете работать. Здесь, я уже забываю, что именно, но по виду подложка здесь идет фюгеном, а внешняя часть все-таки финишкой сделана. Кнауф финиш, потому что я смотрю, что она более гладкая. Соответственно, более гладкий эффект, это уже финишная штукатурки идут. И камин. Камин планировался как биокамин, то есть внутри здесь все металлическое. И можно реально его переделать под биокамин, поставить там камушки, огонек, фитилек, спиртовую емкость и поджечь, ничего не загорится. Здесь все это имитация камня штукатуркой и лиственница, которая пробруширована и затем затонирована. Ну, соответственно, верхняя часть столешницы покрыта лаками, несколько слоев. Вот, собственно, это часть уже, где проводится сам чаепитие, праздник, там, день рождения, в которой уже все могут посидеть, отдохнуть.
от всего. Чайничек. Водичка. Так. Сейчас мы возьмем тряпочку.